Не лезь, блядь, дебил, сука, ебаный. Ты чё, хуёво тебе сказали, что ли? Дебил, блядь. Она тебя сожрёт, блядь, нахуй ты. Блядь! Сука! Ебать! Да, блядь, сука! Ёбнула. Да как я ёбнуть, блядь, дебил, сука, ты ебан, хуя! Палку, палку давай! Палку давай, блядь! Дебил ебучий! Сука ты! Сука ебанка с головой, блядь! Тупорылая залупа, блядь! Чувак, это еще стрёмное видео, вообще жесть. О, это были какие-то опыты. О. Она идет 15 секунд. 16, 17. Она реально очень жесткая. Да я смотрю, бля. Пиздец. Пересмотреть. Зачем? Напомни мне, почему мы сюда забрались, а не просто взяли топливо, которое для бензопилы, не закинули его в яхту, не уплыли отсюда к херам собачьим. Да его же мало, ты чё? Стоп, яхта вообще не на топливе работает, а на ветре. Там же паруса. Они порваны. Тут разбило. А вот отсюда вырвался этот. Уверен то, что отсюда? Ну, скорее всего. А ты по видосу вспомни. А это что, маленькая девочка мутировала? Она не могла. У нее не хватит материала. Блин, у нее ни кожи, ни мяса не хватит, чтобы в такое большое при... Блять. Блять. Оно ушло. Оно реально ушло. Блять! Блять! Сука, я знаю, как с вами бороться. Маленькие девочки. Ну, типа того, да. В смысле? What the fuck? Выключите эту херню. Она мешает нам выполнять свою работу. Видите, что с ней было? Да. Тут пытались помочь это, детям-инвалидам. Так, о. Да. Да. Накосячили что-то, пиздец просто. Это глаза? Угу. Во, и рот. Да. О, смотри на лапку. Ну что, помогли тебе? Короче, ясно. Клетки начали массово делиться, но, по-моему, им бы не хватило тупо еды, чтобы просуществовать. О, смотри, он повесился, как мило. Где? Вот. Где? Вот. Где? Сука, ко мне... Блядь! Пошли, Меган. Может, это наш сын? Кстати, у нас же есть сын. Я вообще про него забыл. Да, только и белый, и черный, а сын белый. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Он у меня залагал, под текстуру ушел. Его можно разлочить. Пошли дальше. Смотри, пингай! Ну ладно. Кто? Чё у него фломастеры в жопе? Ты слышишь этот звук? Ты слышишь этот звук? Ты слышишь этот звук? Нет. Пожалуй, запрусь здесь. Вот есть алкоголь. Я собрал его игрушку, походу. К тебе кто-то идет, там что-то топает. Блять, встречай эту хуйню. Блять, что-то топает. Серега, помоги. Блять, сиди ко мне. Подожди, я скрамчу. Факел. Я делаю нового монстра! В смысле? О, тут поняшка! Ты смотри, что я мучу!
Смотри, у меня пони. Я тебе сейчас вот смотри, вот. Да, видишь? Блядь, иди нахуй, твою пони. Я пошел, я тут посижу. Там что-то топает. Дальше. Вот да, куда ты смотрел? В тот проход. Все. Что дальше? Серега, нам нужна жертва. Ну вообще нерациональное использование пространства, я тебе скажу. Нахуй. Похоже на огромный корабль на самом деле. Твою мать! Твою мать! Твою мать! Твою мать! Нет! 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 Не трогай её! Нет! Не подходи к ней! Отойди! Не-н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 е
Не, закрой дверь, пожалуйста, хочу слушать. Андрей. Надучит меня пальчиком. Я вижу. Неплохо. Дай аспирин, ножку. Что ты хочешь? Хочешь колы? Чё ты орёшь? Ползай. Ползай. Нет, нет. Беги. Беги. Там, там есть дверь сзади. Чё ты смотришь? Андрей! У меня из лиги стрелы. Маленькие ножки. Маленькие? Не, ну вот, вот, вот тут. Ох, ни хера себе, блядь! Бэм! Воображаемые стрелы. Нету, есть коктейль Молотова. Что-нибудь! Стрелы, пожалуйста! Забыл поджечь! Стрелы! Нету стрел! Есть перья! Ну тогда бей! У меня есть стрелы. Блядь! Я тоже бензин. Она умерла. Чего?